Едем на китайский новогодний фестиваль. Нихао Шифу. Где обретают свой дом животные. Дуня. А это девочка? Да. Ну ладно. Она кастрирована, да? А по нижнему можете записать в WhatsApp по любому вопросу. Хорошо. Cheers, baby. У меня да, что-то испанское. Да? Сладости такие. Mm-hmm. Ну, получается, ты взяла кофе Раф каштановый, а я американо, чтобы пробудиться. И чурос с каким вкусом? С кокосовой карамелью. Кокосовая карамелька? 750 рублей.
кофе как кофе. Вкусненько. Вердикт. Подожди ты. Да не могу я ждать. Это что, это разве кокосовый? Ну, ешь тогда вердикт сама. Так он разве кокосовый? Ты же кокосовый хотела. Кокосовая карамель. А. Не возникает ни с чем ассоциации. Тесто как жареные пирожки, начинка как какой-то десерт сладенький. Доставочка из Токио Сити. Роллы. Напишу название. Мама, удон, ты еще меньше не могли положить, смотри. Да уж. Совсем. Один плюс один. Просто поделили одну целую на два. Тут побольше вроде чуть-чуть. Ладно, будем есть. В общем, есть вариант в 100 раз круче моего. Это также пешая доступность до метро, до Девяткина, до Гражданского проспекта. Муринская дорога 69, Красногвардейский район Санкт-Петербурга. Вы поняли? Из двух устремленных ввысь 25-этажных современных башен и 7-этажного корпуса переменно-этажных с индивидуальными террасами. Я вам хочу показать квартиры. О, господи, еле прогрузилась. Так, я зашла на цена. Показать вам, допустим, да, это вот как я покупала, 3800, это 3700. Полная отделка, здесь нет балкона, здесь поменьше прихожка. И в ванной, обратите внимание, именно ванная, а не душ. Это моя мечта. Комната 16, здесь балкона нет, но вы должны понимать, что это уже город, это город Санкт-Петербург. Это не деревня для ногой, за такую же цену. Чуть-чуть меньше метраж, сколько, 22,3, да, у меня 23,4, у меня там балкон огромный, комната меньше получится, чем это, но здесь балкона нет. И что здесь, какой еще есть минус, то, что 25 этажей, это... мне надо, чтобы вы меня успокоили и сказали, нашли здесь минусы. Потому что я здесь вижу только плюсы, друзья, прикиньте, такая же цена, такой же практически метраж, но здесь без балкона. Ванна есть, и это город, а не деревня. Все, как хотите, меня должны успокоить.